Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард, и встречайте новую серию отбросов. Я лично не играл уже очень давно, очень много игр было, прошел этот период, когда слишком много новинок. Так, что у нас вообще по игрокам? Кто устал, кто не устал, Снайдер пусть отдыхает. Здесь, в принципе, все в порядке, Валенсия травмирован. Я помню, что я такой состав ставил со Зверем, с Анази. Маури мне очень понравился, Родвелл будет слева. Так, Джей Родригес, все хорошо. И так как я две недели где-то не играл, мне почему-то за две недели дали лишь один пак. Ну ладно, спасибо, Electronic Arts. Давайте откроем этот пак и посмотрим, кто же выпадет нам. Мне бы хотелось, конечно, нападающего какого-нибудь из Англии быстрого, но выпал опорник Фламини. Это, кстати, неплохо. Это действительно неплохо. У него хорошая защита, хорошие физические данные. А что еще? Передача 70-73 скорость, он немедленный. И вообще мне... Игроки такие более-менее неплохие, сбалансированные. То есть вот у этого очень хорошая передача и дриблинг неплох. Правда, вот Лига. Лига, в принципе, подходит. Вот жаль, что он шотландец, но хотя вот именно как игрок премьер-лиги он мне подойдет. Баннон. Я бы даже, наверное, вообще его вместо Валенсии бы поставил и... навсегда бы заменил. Так, Кастро, Сьен, Маккарти, Кэмпбелл, Атыш. А места не так много. Ладно, пока уберем Валенсию. Валенсию отправим в клуб. Вряд ли сегодня выйдет Дункан, поэтому Фламини я отправлю на его место. Какая-то АПЛ у нас с вами получается. В клуб. Так, и... Парень, который мне, в принципе, наверное, вообще никак не подойдет. Да, Бундеслига. Ну, вроде неплохой опорник. Ладно, отправлю в клуб. Дальше переговоры плюс 1%. Закинем контракт в клуб. Я смотрю, нам две формы выпали. Интересно, что же там. Но я, наверное, все-таки буду играть в форме ПСЖ. А нет, это эмблема. И, к сути, реально неплохая красная форма, которую я могу поставить вместо ливерпульской. Так, хорошо. Какой-то чувак с бородой. И эмблема Дженуа. Я, пожалуй, ее продам. Ну, не самый лучший пак, который мог бы быть. Но в любом случае, нам, я думаю, сойдет. Так. Раз у нас такие пироги, значит, у меня, наверное, Фламини. Нет, так будет лишь 79 сыгранность. Я бы вообще... Туре? Поставить Туре слева, но тогда... Особо-то сыгранность не увеличивается. А если Фламини поставить в центр? Нет, тут все вообще будет разрушено. Ладно, Маури, Фламини тогда, если что, на замену. И тут реально можно что-нибудь прикольное придумать. И в основном благодаря тому, что у меня есть и Кэмпбелл, у меня есть Маккарти. В общем, реально английскую команду если сделать, но пока не получится этого сделать, потому что у меня толком нет английских защитников. И в полузащите здесь связка со Зверем, у Анази хорошая. Так, ну все, поехали. Мы в 7-м дивизионе, смотрим на нашу ситуацию. 3 победы, 1 поражение. Нам нужно 14 очков, чтобы остаться, и 17 очков, чтобы выиграть с титулом этот дивизион. Что, в принципе, неплохо. 8 очков надо набрать за 6 матчей. Мне кажется, что это вполне себе возможно. Ну что ж, вперед. Итак, нашелся соперник. Я, конечно, хотел форму ПСЖ поставить, но у него была синенькая форма. Я решил выбрать красную, которая нам выпала. Хорошая АПЛ у него. 100 сыгранность, естественно. Отличный рейтинг. 2 нападающих. Быстрые фланги. Странно, что у него Ламела в центре вместе с Фабригасом, но... Я думаю, парень знает, что делает. Нам будет тяжело, учитывая, как долго я не играл. В общем, поехали. В любом случае, постараемся сыграть неплохо. Так, Зверь, отлично, Джей Родригес. Шикарный шанс для того, чтобы забивать. И Джо Харт вытаскивает этот мяч. Классно мы прошли здесь. Зверь двух защитников накрутил в центре поля, потом отдал быстрейшую передачу. Вот так вот к удару она привела. Родригес пяточкой оставляет Лалана. Нужно вниз продолжать. Пас на Зверя. Зверь с мячом. Ой-ой-ой. Тонкую передачу отдавал.
Как получилось, что у меня защитник просто мимо пробежал. Йовети и Чет пенальти. Внимание, видишь, привозит нам 11-метровый. Ну, просто не смешно. Че это такое? Ну и вот, я дернул ногу, наступил ему, и что? Я говорю, смотри, у тебя такие же бутсы, как у меня, салатовый, давай дружить. А он упал. Ладно. А бить будет Йовети, я так понимаю. Да. И это гол. 0-1. На 28-й минуте матча. Ну, уже на 29-й, можно сказать. Пропустили, конечно, забавный гол. Никак это, мне кажется, не выходило из того, что в матче у нас происходило. Да и вообще особо атак не было у него. У меня тем более. Хотя у меня был один момент неплохой. Но в итоге мы вот так вот просто пропустили. Ой, зверь, какая элегантнейшая передача Лалана. Ну где же удар? Ой, зверь шикарный. И может бахнуть красиво? Ух ты. Я уже на секунду подумал, что сейчас под перекладину залетит. Показывает почему-то нам Роха, видимо, мяч коснулся его. Да, и это был рикошет, но посмотрите, как мяч мог залететь под перекладину. Зверь, зверь, прорвался, хорошо, и нужно лишь пас отдать точно Анази. И что здесь было? Пенальти. Арбитр дает красную карточку, ставит пенальти, когда я забиваю гол. FIFA 15, дамы и господа, отбросы. Спирико это получает красную. Ну, наверное, хорошо, что он получает красную. Ну, чистый гол ведь я забил. Почему? Почему он дал штрафной? Маури, блин, устал, и нужно Маккарти, наверное, выпускать. Да, я, пожалуй, выпущу Маккарти. Я бы даже, наверное, выпустил Фламини и выпустил Маккарти, чтобы посмотреть их обоих в деле. Но пока нет, пока только один игрок пусть выйдет. Ну, это просто, конечно, да. Окей. Красная карточка, пенальти, а мы забиваем гол. Ну вот, зверь отдает пас, и, ну, упал он, и чё, ему вообще плевать на все было. Он не хотел этот пенальти. Но пенальти случился. Бейнс вышел вместо Фабригаса, и теперь у него в центре поля, получается, будет Лалана, да? Два игрока по флангам, Уолкот и не помню, кто был второй. Это хорошо, это хорошо, но все четыре защитника у него на месте. Родригес не будет бить, потому что пенальти заработал не он. Пенальти заработал наш с вами любимчик. Зверь. Гол. 1-1. Пока Уэсли Снейдера или капитана нет на поле, командует командой Зверь. Вот так вот. Джо Харт был обыгран. Он даже не прыгнул, потому что удар был настолько идеален, шедеврален, что не было никаких шансов. Абсолютно никаких шансов. 1-1. Зверь. И все, на этом заканчивается первый тайм, на том, как мы забили пенальти. Но у нас, в принципе, что, один момент. А нет, у него один момент, один гол. А у нас 7 моментов, 4 удара. Точнее, 7 ударов, 4 в створ. Короче, ну, по первому тайму мы должны были вести, но пока ничья. Думаю, что во втором тайме наверстаем. Ой, Туре хорошо выцепился. Родригес сам прорвался. И дальше идет. Ну, вот здесь точно, мне кажется, было нарушение правил. Но как свистит арбитр с моей стороны. Прекрасно. Меня толкали в штрафное, нарушил правила я. Зверь отдал пацану мяч, такой, говорит, на, подержи. И потом забрал, говорит, я дальше пошел. А, хороший пас, но слишком сильный. Fatality. И это было нарушение правил, да? Я чисто отобрал мяч. Окей, все, арбитр, я к тебе совершенно не придираюсь, потому что ты все равно не жилец, ведь в нашей команде играет Зверь. А если судья судит против Зверя, то судья заканчивает свою карьеру. Так, Родригес прекрасно выбежал и... Ой-ой-ой. Этот момент я должен был забивать. Безусловно. Маккарти шикарно сыграл против Лукака. Против Лукака, говорю. Ну, поняли. Против Лукакерса. Так, Родригес прошел одного.
будет двигаться дальше. Двигаться дальше и наткнулся на защитника, но все-таки мяч отобрал. Пас на зверя. Зверь идеально! Идеально просто! И где же гол? Ой-ой-ой. Ну, порыв, блин, ветра. Здрасте. У меня тут Туре находится. И он играет очень классно. Родвелл. Джей Родригес. Прокатывает. Выдает идеальную передачу. Лалану роняют. И... Да ты шутишь, арбитр. Он ставит нарушение правил со стороны Лаланы. Здесь не было офсайда, здесь есть сейф Миранты. Фух, так, я думаю, что нам нужна замена. У нас Родвелл устал. Я все-таки проверю Фламини. Наверное, выпущу... Выпущу Кэмпбелла. Кэмпбелла выпущу вместо Зверя. Зверь пускай отдохнет. Он сегодня проделал великолепную работу. И он мог забить сегодня два мяча. Тот момент со штангой я никогда теперь уже не забуду, потому что он был реально там все шикарно было сделано. И разыгранно, и ударно. К сожалению, в створ ворот мы попали. А теперь у Кэмпбелла есть шанс побегать. Родригес как легко обходит. Как легко всех проходит и... Ну, Джей Родригес. 2-1. Да, деточка? Это он? О, да. Ах, как же он прошел. Без финтов, без всего, просто насквозь. Джей Родригес сделал еще 2-1. Вот это уже по справедливости. Так, Фламини неплохо сыграл. Я буду смотреть, как он играет. Если что-то в следующем матче, я его, может быть, даже в основу поставлю. Лалана шикарно разыграл. Лалана, какой же все-таки тонкий игрок. И вот так прошел. И прострел нужен на самую дальний уголочек. А там Кэмпбелл. И где же твоя скорость, Кэмпбелл? Туре идеально просто. Нет офсайда? Нет офсайда. Кэмпбелл. Все-таки офсайд был. Да. Кэмпбелл, естественно, с этим решением арбитра не согласен. Но арбитр, че, у него последний день на земле, свистит сколько хочет. Пока есть возможность. Что же будет делать Тео Уолкот? Так. Нет, не трогай его руками. Отлично. Лалана грудью играет. Прекрасно. Кэмпбелл. Ой, хорошо. И... Ну что за пас на Кэмпбелла? Просто тоненько в ноги отдай, и все. Никаких проблем не будет. Харт мяч в аут убивает. Говорит, да пошли вы. Играть не умеете. У него было столько времени, чтобы с мячом что-нибудь сделать. Он просто стоял и ничего не делал. Молодец. Мяч наш. Пас в центр. Фламини. Фламини снова получает мяч. Передача сюда. Кэмпбелл. Удар. Нет. Точно в руки Харта. И смотрите, через какой фланг он снова играет. Ну, потому что у него здесь Тео Волкот, и все его атаки идут через Тео. Пас на фланг. Тот бежит, а дальше там получится пройти уже или нет. В основном не получается. Ой, хорошо. Дальше. Идеально. Кэмпбелл. Вынимай. 3-1. Rage quit. До свидания. Ты встретился с отбросами, друг мой. Или не друг, не знаю. Но, в общем, с таким составом он проиграл моему составу, учитывая, что я 2 недели не играл вообще в FIFA. Мне кажется, это какой-то показатель. Прекрасная победа. 8,3 оценку Лаланы. Джей Родригес забил гол, Кэмпбелл успел забить гол. Ну и, естественно, тот самый парень, который вышел в замену, у него было 3 удара, 2 в створ. Зверь. 7,9 его оценка. А лучшим стал, даже не Лалана, лучшим стал кто? Кто стал лучшим? Нет, скорее всего, все-таки Лалана стал лучшим, 8,3. Больше ни у кого нет 8,3, у него... 4-0 оценки у защитников, 5-7, 6-1, 6-0. В общем, полностью матч провален. Я даже не видел, что Уилшер на поле, он его когда-то выпустил. Я реально не заметил, чтобы он играл. Где-то там в центре поля был. Так, мы получаем 1500 монет. Я бы хотел посмотреть яркие моменты матча. Во-первых, ну, сейв Харт, в принципе, был не так, чтобы великолепен или шикарен. Шикарен. Лалана здесь, в принципе, да, по центру пробил. Смотрите, вот нарушение с перекоя. Смотрим. Я серьезно вообще не понял, за что здесь нужно было давать.
А, пенальти, ну то есть понятно, за что пенальти, но, блин, я забил гол, вот посмотрите. Наш звереныш маленький берет, отдает пас. Все, пас отдан. Да, он там потом Аспирико это его сносит. Я этот момент уже не видел, я шел на пустые ворота, а Нази бил, и это был гол. Хотя, кстати, если бы Харт не ушел, просто от мяча из-за того, что пошла анимация пенальти, гола бы, наверное, не было, и он бы, скорее всего, засейл. Так что, наверное, я все-таки должен быть рад, что зверю таки дали пробить, и зверь в своем великолепии берет и забивает гол. С этим уйдет реально капитанская повязка. А дальше вот этот момент. Я так офигел с этой комбинацией, как мы быстро ее все раскатали. И вот зверь, смотрите. Прием мяча. Игрок с рейтингом 60 сколько? 3, по-моему, да, у зверя? Или 67, или 68. Смотрите, что он делает. Он убирает Бейнса. И переигрывает, переигрывает. Ну, переиграл же он здесь карты. Это был бы гол, если бы мяч попал в ворота. Чистейший гол. А вот здесь сейф Мирант, конечно, сумасшедший просто. Смотрите, Волкот прошел опять по флангу. Наш показывает, что было сейф. А вот он берет вот так вот. И сейвит грудью. Просто нет слов. Ну, а здесь уже... Не, ну причем это не какой-то там не баг, ничего. Я с центра поля не шел. Мы скинули мяч с аута. И Родригес просто вот так вот на дриблинге прошел. И аккурат мяч в угол вкатил. Шикарная победа, шикарная серия, мне кажется. 3-1 мы выиграли, 4 победы, 1 поражение в этом дивизионе. У нас 5 игр еще, и нам нужно набрать 5 очков. 5 очков нужно набрать, чтобы взять титул этого дивизиона, насколько я понимаю. И у нас почти достаточно денег для того, чтобы открыть пак. Но так как все-таки эта серия такая моя возвращенческая, я, так, пожалуй, приму контракт в Алане. Так, и приму много контрактов, потому что он будет у нас долго играть. Так, смотрим, что у нас по уставшим игрокам. Мне, кстати, успел понравиться за то короткое время, что был на поле. Мне успел понравиться. А, Фламини. Так, 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 так. Я думал продать кого-нибудь. Давайте посмотрим на какого-нибудь игрока, которого нет у меня в составе. Чупомотинга, наверное, пока не буду продавать. Так, давайте заскочим мой клуб, игроки. Поиск, да любой. Валенсия, пока пусть будет, он лечится от травмы. Ульрих, может быть, Ульриха продать. 79 рейтинг. Наверняка у меня есть кто-нибудь золотой, кем я уже не буду играть. А, например, вот этот вот Кастро. Так, Рики Ламберт останется, Харник. Кстати, у меня есть, оказывается, 6. А нет, это не шотландец, так. Бейнан, Ромола. Ромол, наверное, продам. Что мне с ним делать? 300 монет, и теперь у меня 7600. Что ж, идем открывать пак. Фух. Так, мне нужна, получается, английская защита. Потому что у меня нет английских защитников, а состав у меня сейчас преимущественно из англичан состоит, так что... Я хочу быстрого и хорошего английского защитника. Либо нападающего английского. И это правозащитник Дарио Сорна. Так, Писаро, опорник из Фиорентины. И Сигурдсон. Сигурдсон из ЗПЛ ЦАП. 80 удары, 73 дриблинг, 77 передач. Неплохо, да. Сорна никуда тут не подходит, но это действительно классный защитник, правый. И я бы даже, пожалуй... И нет, я не буду его ставить в состав. Но вы видите, да, что особо менять-то некого. Кастро и Байгомес. Не знаю, вряд ли сейчас мне будут играть. Ладно, Сорна отправляется в клуб. Я вижу, я там монеты получил. 2000 монет. Оу, да, деточка. Это 2000 монет. Прям для меня. Тренировка вратаря применить. Плюс 10 выбивания, пусть будет у тебя. Не знаю, зачем это, потому что... Но раз есть, применим. Так, Сигурдсон. 68 скорость ЦАП. Определенно оставим в клубе. О, мне еще левый защитник немец выпал. Хорошо, оставим. Так, контрактики, контрактики, контрактики. И физформа на игрока. У кого там мало физформы? 68 Миранта. А она вообще ему нужна, эта физформа? Ну, давайте я ему кину. А вот видеть, лучше видеть, что.
Я просто не знаю, зачем физформу вратарю. Вряд ли он будет медленнее прыгать. Все, этих ребят я быстренько продаю. Ну что ж, хороший, мне кажется, выдалась серия. Мы победили за счетом 3-1. Вообще должны были выигрывать 3-0, если бы не пенальти. Хотя и в их ворота поставили пенальти, за что мы должны быть благодарны. В общем, с вами был Джек Шепард. Не забудьте оставить лайк этому видео. Пишите свои комментарии, что вы думаете о звере, о том, что сейчас у него капитанская повязка, пока Снайдер не играет. Также предлагать свои варианты составчика, может быть, что-нибудь такое придумаем с Фламинио. Пока что у меня, вот видите, что-то такое итальянское, нигерийское, что-то такое полуанглийское. Вот, как-то так играем, но, может быть, с другим набором игроков будут и другие составы. В общем, посмотрим, как что будет. С вами был Джек Шепард, спасибо еще раз, что смотрели, и счастливо. Say New York City.